Меня зовут Наташа Редько. Мне 12 лет. Я обучаюсь в ДШИ номер 1 в 6-й школе, в 6-м Б-классе. Я увлекаюсь танцами, хореографией. Я хочу стать танцовщицей и хореографом. Я хочу быть похожей на Пети Па. Он поставил «Лебединое озеро». Я жду победы и удачи. Я хочу, чтобы они старались и надеялись, что они победят.